Я надеюсь, все зрители понимают, что, вот как бы вам объяснить, нельзя выйти в плюс против казино на постоянной основе. Вот именно если по КД играть, не получится, казино всегда выиграет. Это очевидно, как бы, казино выиграет. То есть, так что я, если вы хотите, ну, то есть свои сабжи проебывать, закидывать мне на казино, я не против. Но, как бы, то, что я уже выиграл, допустим, день прошел, вот я выиграл, день прошел, я сказал, типа, все, этого я вывожу, типа, все, конец. Это уже мое остается. То есть такая вот система. Ну или же конкретно, когда, если кто-то хочет задонатить на казино, давайте условия. К примеру, кто-то дает там 2000 или 3000 рублей и говорит, типа, вот ты с 3000 рублей апаешься, допустим, ну, допустим, 40 долларов. Ты с 40 долларов апаешься до сотни долларов, или это не твое. То есть, или ты играешь, пока не станет 100 долларов, или хуй. То есть, или условия ставите, или же я играю, сколько посчитаю нужным, то есть, и вывожу, когда покажется, что уже конец. Потому что, повторюсь, ну, очевидно, казино создано для того, чтобы забирать деньги у людей. Вы не можете быть на постоянной основе в плюсе против казино. Это должно быть очевидно любому человеку, у которого ICQ выше комнатной температуры. Как факт. Так, сейчас я отойду на пару минут и поехали. Сейчас вернусь. Так, все, часик. Так, я почти здесь. Еще подход с гантелями для плюс морали. Хотя и так, в принципе, на плюс морали. Тащил каточку. Хотя каточка была втащена по дефолту изначально, но мои союзники в своем стиле. Так. Я так понимаю, заказывали золотых хуесосов? Ну го. На золотых хуесосочей. Так, что мы имеем? Банкролл 40, это значит, прокрутов будет сколько? Ну, если ставка 30 центов, то есть это примерно 130, где-то 135, 133, ну, 133 прокрута примерно, 40 бач. Но если 30 долларов, это 100 прокрутов по этой ставке, а 60 это 200, то 40, а где-то 133. Ебану рекламу 30 сек, пока я с гантелями хуярю. Легкие деньги, которые, блядь, не Укрбанки постоянно проблемы получать. Я раньше думал, что это на Твиче проблемы. У меня проблемы, блядь, с украинскими банками, походу. Не отдают деньги постоянно. Попробую еще получиться от Твича. То есть я, типа, вот, я нажал реклама, да. Я вот эти, к примеру, деньги, то, что я сейчас нажал, вот 30 секунд реклама, я их получу, не знаю, через 3 или 4 месяца, в лучшем случае. Да и то, может быть. То есть, да и то, может быть, парни, может быть, может и не быть. Такс. Что тут у нас? Проебываем деньги донатеров. Но, повторюсь, донатеры сами заказали. Донатеры сами заказали именно казино. То есть, был донат, собственно, 2000, как минимум. Может, не будешь учитывать геодонаты и оскорбления в качестве оплаты за игры. Это... В качестве какой оплаты за игры? С тех пор, как донатов стало слишком много, то anyway, я как бы уже стримлю, считаю, что, ну, мне нет никакой оплаты за игры. Это уже в прошлом, потому что донатов слишком много. Так вот, вот, 2000, вот, на все в казино. То есть, вот, к примеру, то есть, тут не 9000 по факту за день, а 7, потому что это я могу проиграть в теории. То есть, конкретно донат на казино. И вот еще, чел.
Вот, тоже в казино. Можешь в казино поиграть. Тут я половину взял, вот. Из 2400 взял половину. То есть, по сути, минус 3200. Минус 3200. Конкретно донаточный на казино. Сейчас поиграем. Поехали. Ну, я думаю, что скоро это все надоест. Потому что тут походу решили, что я буду так постоянно выигрывать по КД. Но это невозможно. Бля, какой же кайф! Как дома себя чувствую. Просто именно умиротворение от этого звука автомата. Вот слоты крутятся. Я еще помню, когда-то вот, когда мне было лет 14-15, когда я школу прогуливал, я... Или даже 13, да, даже, да, 13-14, я шел в зал игровых автоматов, я приходил туда, садился за автомат, начинал крутить автомат, ну там тоже кнопки были, а не именно крутить. И вот крутятся слоты, и ты просто вот ощущение умиротворения такого, просто кайф, ебать, автоматы, просто кайф. Потому что вот, ну, бесконечно их можно крутить. Ну, просто кайф. Ну, просто кайф. Только главное найти автомат именно с хорошими иконками, анимациями, звуками. Атмосферой, так сказать, уютной атмосферой. Атмосфера уюта. Где можно отсидеться на найсочах. Потери, блядь. ГГ. О-о-о! А-а-а-а, не-не-не. О, 4К. Ну все на потери. Дела пока идут скудно. Скудненько. Это уже почти минус 8. Псевдо 4. Бля, ну это плохо дела идут. Довольно-таки грустная атмосфера. Уже минус 10 почти. Минус 10 донатеров. Да, вот. Ну, блядь! Я уже был готов. Я уже был морально готов. А походу это повторяется ситуация. Все знают, что скоро Новый год. Каким он будет? 2016, 2046 или 2076? 2076. Чисто, если проходить тест на ICQ, то следующий год должен быть 2076, потому что этот был 2045, значит следующий 2076, чисто по логике. Ну, кто понял, тот понял. Это слишком сложный прикол. Я даже не смеюсь, потому что он слишком сложный. Усложненный. Усложненная версия обычного прикола. Бля, парни, вот это все плохо. Я вот как чувствовал, что... Что, блядь, казиночи будут на это... Да или нет? Да или нет? Это нет? Это нет? Это нет? Это что, это нет? Это нет? Это нет? Это нет? Не понял. А, да. А, нормально, хорошо, поехали. Внутри... Три даунича, окей, поехали. Так. Надо угадать пирамидку. Так, что это у нас?
Так, я не буду делать опрос в чатике, потому что задержка 2,5 минуты после доты на стрим перезапускать. Я падлу. Они в это всего лишь 3 золотых пылесоса, а не 4, как было в прошлый раз. Так, давайте Bounty Hunter начнем с него. Теперь Гейба. 75. Теперь. Вот сюда. Все, ГГ. А так это все, блядь? Что-то я грущу по этому поводу. Если это все. Я так понимаю, от количества золотых хуесосов зависит количество попыток. То есть у меня было 3 попытки отгадать, где пирамида. То есть тогда было 4 попытки, потому что было 4 золотых хуесоса. Я хочу другой аптик, наверное. Что мне? Я знаю, какой аптик я хочу. Не пингвины даже и не золотые хуесосы. Был тут аптик с рыбками. Там, где еще ракушки. Я хотел ракушки споймать. Вот тот аптик надо сыграть. Вот там, чувствую, есть шанс на победу. Только надо название его вспомнить. Автик с ракушками. Вот. Вы помните этот автик? Там, где еще ракушки не хотели падать вообще никак. Где же этот автик? Great Blue, может, это он? Да, это он. О, аквариум. Да, вот, с атмосферой приятной такой. На найсочку. Да, вот этот автик. Вот здесь поймешь. Потому что там... О! Не, нихуя. Потому что там явно не дает. Вот я шарю, я знал, что на свои деньги не надо играть в казино теперь. Я шарю. Я чувствовал, что я не выиграю. Все как-то, блядь. Все как-то не так. Вообще нихуя нигде нету. О, Джокера еще. И нихуя, блядь, 3Q. Да ну, это... Тоска. Ну, типа, остается... Что, не? Не, нихуя. А ну-ка я умножу, я не знаю. Все равно все плохо. Да. Да, это... ГГ. Не знаю, надо идти, наверное. Похоже, упаду до 15 и пойду кубики кину на 15. По нулям. Зеро, блять. Профитанычи отсутствуют. Присутствуют только потери. Ну и что, я хз, надо нажать, блять. Та-дам! Еще раз, может? Троечку. Все равно мне пизда. Или нет? Ладно, еще раз. Та-та-та, блин.
ГГ. Ну, блядь, ну что не 5Q хотя бы? Хоть что-то. Ну, короче, вы видите сами ситуацию, тут только два варианта. Или идти на 15 в кубики, или же поставить ставку, например, не знаю, 20 линий и 5 центов на линию. То есть, или так, или идти в кубики на 15, потому что иначе я не вижу смысла. Все плохо. Я думаю, что лучше. А может лучше... Вельки деньги! Спасибо за стримы, папаня. Пользуясь случаем, хочу передать привет сыну дерьма вагинальной собаки. Надеюсь, что в новом 2076 году у тебя вылезет рак на пол лица. Что, да здравствует хуй. У меня, блядь? Про кого это там было? Сыну дерьма вагинальной собаки? У тебя? Да здравствует X... А, сори, что отключил донат. Сори. Сори, челик, вот. А тут не какой-то X-Vegan X. Сори, челик. Я не хотел. Я просто прослушал вначале. Так, единственный вариант сейчас проверить, к успеху или не к успеху, это пойти ебануть в неистовый викинг, поставить на 3 цвета все, что есть. Делайте есть, ставки. Рискнуть 15-ю ради пятерочки. То есть, если вы пойдете чиро, мне пизда. Но если вы пойдете чиро, это значит, что все, блядь, ну, нет смысла играть. Ну, конец, походу. Вы выиграли. Победа. Значит, надо еще раз. Во, теперь опять все поставить. Так, надо зайти, чтобы четко все поставить. 50. Да, нет, маленького. Ну да. Да, блядь. Делайте ставки, пожалуйста. Вот здесь 1 цент ставка. Надо все поставить опять. Только не на чиру. Во. Если чирва, то ГГ. Если нет, то пойдем дальше на автике. Не. Я был прав. Нельзя было на своей играть. То есть, если бы я играл на своей, я тупо обосрался на стриме. Буквально, не знаю, 10 минут стрим. На своей нельзя было играть, я вот знал. Поэтому я плюсовый, потому что я знал, что все, надо остановиться. Ну, блять, чирва, АФК, 25% шанс. На самом деле, тут не 25%, тут еще Джокер может выпасть. Джокер это тоже луз. То есть, или Джокер, или чирва. Ну, ГГ, все. То есть, ГГ. Я как бы продолжать на свои не буду, потому что я не чувствую победы. На свои, я уже говорил, я буду раз в месяц, наверное, стримить или покер, или казино, собственно, на саб живут. Так сказать, в кавычках свои, то, что вы мне надонатили за месяц, которые уже стали моими. А если конкретно кто-то хочет казино, то вот вы, конечно, можете, но вы видите сами, какой стрим получается. Ну, вообще ничего нигде ни разу не выпало. Вообще ничего нигде ни разу. То есть просто за 10 минут без шансов тебя обоссали. Я пытался уже как мог как-то подольше растянуть. Я пошел сюда ставить шансом 75%. Ну, около 75%, грубо говоря. Потому что там Джокер может выпасть. Все равно обоссали. То есть без вариков. Просто